Бахмут. Значить, Пригожин каже про те, що, значить, все, Бахмут освобожден, Бахмут, значить, освобожден, і, значить, ми до 1-го числа покинемо позиції. Ми передаємо ці позиції регулярній армії Російської Федерації. Президент цей час перебуває в Хіросімі, у нього про це запитують, але запитання складалося фактично, там було два запитання. І він відповів на одне, російські ЗМІ одразу рознесли, що президент нібито підтвердив, що Бахмут захоплений. Але насправді в дійсності спростували цю інформацію, і українська влада повністю це все спростовує. Так от, на ваш погляд, що там відбувається зараз в Бахмуті? І чи піде Пригожин зі своїми головорізами, як він заявляє, до 1 червня? Ну, вот, допустим, они действительно вышли на черту, границу города. Он говорит про этот вот самолет, там памятник самолета, якобы это практически черта уже города и так далее. Ну, допустим. Причем я даже охотно допускаю, что и внутри города, по краям, там где-то на флангах, воюют украинские вооруженные силы, и в каких-то участках города еще остается сопротивление, туда заходят и выходят спецподразделения. Я допускаю это. Ну хорошо, вот вы говорите, а что это тут он говорит, что он оставляет позиции 25-го? Он же говорил, что 72-я бригада побежала с флангов Минобороны РФ. Так по логике, если ты передашь 25-го, а сегодня у нас 22-е, через 3 дня регулярным частям, они возьмут и побегут, и бахнут опять займут. Вы что, будете опять 9 месяцев за 100 тысяч, что ли, обратно его возвращать? Ну такой простой же вопрос. Да. Что в нем такого? А что это он сразу решил его оставить? Может, не уверен в том, что вообще все это можно и стоит того оборонять? Да еще передают Зеленскому, привет, про Залужного чего-то, про Сырского. Да чихать они тебя хотели с большой колокольни. Ну, просто как бы логика такая, что он типа какую-то миссию свою выполнил, да? Солидар захватил, Бахмут. Ну, захватил. Дальше-то что? Они говорят, вот вы про все так говорите. Какой город не возьми, все считаете ерундой. Ну, правильно, потому что вы его 9 месяцев захватывали. Он сам говорит, 240, что ли, дней, он сказал, 245. Вот не помню, какую он цифру назвал. Вы 100 тысяч поклали. Да, 100 тысяч поклали. А что взяли-то? Весь разрушенный город, он что вам дает-то? Вот, ну, просто интересно. Вы что, так сказать, Киев, что ли, взяли или что? О том, что его могут этот город, Бахмут, взять, ну да, конечно, как всякий объект, да. Стоит ли, так сказать, за него класть? Ну, пожалуйста, взяли. А дальше что? Вот я был в Часовом Яре. Вы Часов Яр будете брать. По этой логике он гораздо меньше. Это одна агломерация раньше считался. Да. Часов Яр. Ну, вы его еще будете брать там что-нибудь такое, не знаю, полгода и тоже положите. Ну, 30 тысяч вы положите. Вам легче от этого будет? То есть вы что хотите-то? Вы итогов войны в этом не увидите. Вы хотите остаться в Бахмуте? Ну так вы сейчас уже сам Пригожин заявляет, что есть угроза окружения Бахмута со стороны ВСУ, которая успешно на флангах продвигается. А зачем все? Тогда что вы добиваетесь, если вы тут поднимаете, а там у вас падает, понимаете? То есть, ну где логика? Вы продолжаете эту безумную войну, просто принося в жертвы тысячи и тысячи людей, не до конца понимая, чего вы хотите добиться. Вот вся война затевалась, чтобы Бахмут, что ли, взять? Ну, вы его взяли. Хорошо. Дальше что? Насколько долго вы его удержите? Вы и Херсон брали. И что? Ну, у вас и Изюм был, и все остальное. И где все это? Если бы, конечно, они брали Киев и его взяли, можно было говорить, ну да, там серьезное какое-то достижение. Но не Бахмут. Это разные вещи. На весах не взвесишь. Куда? Вы куда? 10 лет собрались воевать? Так у вас нет этого времени. Не Украина, у вас нет этого времени. А вот то, что он говорит о том, что он собирается сняться оттуда, вот это, кстати, очень симптоматично. По-видимому, он понимает, что удержать этот город тоже будет не так-то просто. Сами говорят, там высоты над городом, и там уже ВСУ удержит эти высоты, и сейчас будет просто обстреливать этот Бахмут. Да. Ну, хорошо, я взял, что теперь будешь с утра до ночи терять там военнослужащих? Это уж если вы в какое-то наступление пошли, пролетели Бахмут, Часов Яр, Константинов, куда что-то Славянска, там, Краматорска. Ну, все, да, идет наступление, вал, а он окапывается. Ну, окапывайся. Город пустой, все разрушено, жить невозможно. Окапывайтесь, сидите там. Вот а який буде розвиток ось цього конфлікту Пригожина і Міноборони тепер після ось цієї заяви? А смотрите, он же как бы, ему то ли поздравление, то ли приветствие со стороны Путина прозвучало. Ну, думает, Песков все сделал, скорее всего. Вот, там свои отношения, да, своя атмосфера. Наверное, это какая-то попытка отыгрыша, я думаю, что долго добивался Пригожин, чтобы ему вот такое
Поздравление было, в аппаратной игре это имеет значение. Он же даже когда об этом объявлял, что взял Бахмут со своими военнослужащими, он же говорил о том, что вот мы все их записали вот в наш этот лимерик, как он этот, списочек. И кто помогал, и кто... И вот Герасимов и Шойгу там первыми, кого под расстрел. Ну так конфликт, во-первых, продолжается. Их, так сказать, взятие Бахмута со слов самого Пригожина не примирило, и это все продолжится, видимо. Ну а какие основания тому же Шойгу и Герасимову забывать такое? Какими столько последними словами их не обзывали? Я думаю, что конфликт продолжится, просто он немного затягивается ввиду того, что сейчас он с этим орденом Пригожин Бахмутский, он будет ходить еще несколько месяцев, рассказывая, какой он великий герой. И как бы героев там сразу не судят, понимаете? То есть всегда дают им аванс. Потом все кончается плохо, правда. Вот. А так или иначе, я думаю, что он попытается использовать это и заявления эти, а не для аппаратной игры. Вот, для того, чтобы обеспечить собственную безопасность отчасти и, в принципе, заручиться дополнительной поддержкой. Мы, говорит, сейчас на переформировании, если мы России понадобимся, вы нас позовите. Да. А что, куда вы уходите? Не надо, война же продолжается, оставайтесь. Да. Вот. Мы не знаем даже, что там осталось, понимаете? Какой состав сейчас этого ЧВК «Вагнер», в состоянии ли они там даже оборонять тот же Бахмут? А черт его знает. Мы не знаем, наверное, военная разведка Украины и командование ЗСУ, наверное, знает лучше, но... Могут ли они, боеспособны ли они? Вот это как раз загадка. Два слова ще на наступне запитання і підемо далі. От я помітив, що росіяни дуже активно розганяють історію про те, що, значить, то лі убит, то лі ранен, то лі отравлен, то лі где-то куда-то пропал Сирський і Залужний. Навіщо вони це роблять? В чому суть? Это какой-то такой странный ипсо, потому что, ну, это же, во-первых, легко проверяется. Если бы очень легко. Ранен, соответственно, если ранен Залужный или там даже погиб, ну, это бы все, во-первых, узнали. Начнем с этого. Это такое не скроешь. Это тень России, где там можно, значит, как этот фильм был голливудский, где они с трупом везде ходили, значит, изображают, что он живой. Ну, неважно, такого не бывает, да? Соответственно, они это разгоняют для того, чтобы, ну, на этой волне попытаться еще и как-то деморализовать противную сторону. С другой стороны, передавая приветы и говоря, мы вот специально по точкам били. Видимо, это как-то связано с тем, что они, может быть, со своей стороны ЗСУ пытались уничтожить Пригожина, и им нужно это сейчас. Рассказывать, что это не вы меня там пытаетесь убить, а я вас могу. Где-то это какая-то такая игра больше информационная. Я думаю, что, ну, точно абсолютно ни Сырский, ни Залужный не погибли. Вот, но зачем-то это Пригожину надо все-таки. Это в большей степени Пригожину, потому что больше в пабликах идет разговор, и сам он об этом заявляет. А я так, чтобы сильно не видел, чтобы Коношенкова или какая-то официальная информация по этому поводу была. Я думаю, у командования даже российских войск есть информация, что они живы-здоровы. Зачем сейчас это разгонять на таких уровнях? Вот я имею в виду, если бы об этом говорилось в Минобороне РФ или еще где-то, в каких-то информационных ресурсах, если они завтра появятся и будут просто смеяться в лицо, понимаете? Это, мне кажется, игра какая-то чисто Пригожина.